Про всякого человека клад захоронен. Только надо уметь клады брать. Неверному человеку клад не дастся. Пьяному клад не взять. Со скоромными мыслями к кладу не приступай. Клад себе цену знает. Не подумай испортить клад. Клады жалеть надо. Хоронили клады не с глупым словом, а с молитвой, либо с заклятием. А пойдешь клад брать, иди смирно, зря не болтай, на людях не гуляй, свою думу думай. Будут тебе страхи, а ты страхов не бойся, покажется что, а ты не заглядывайся. Криков не слушай, иди себе бережно, не оступайся, потому брать клад – великое дело. Над кладом работай быстро, не оглядывайся, а пуще всего не отдыхай. Коли захочешь голос показать, пой тропарь богородичный. Никаких товарищей для кладов никогда себе не бери. А на счастье возьмешь клад, никому про него не болтай. Никак не докажи клад людям сразу. Глаз людской тяжелый, клад от людей отвык, иначе опять в землю уйдет. И самому тебе не достанется, и другому его уже труднее взять. Много кладов везде захоронено, говорю, не болтаю, дедами еще положены верные записи. В подземной Руси много добра схоронено, Русь берегите,